Проснулся наш Потапыч. Ждет курицу с медом и курагой. Конечно, будешь? Будешь, на, кушай. На, мой хороший. Кушай. Курагу я тебе дала немножко, а сейчас еще курицу с медом. И курагу, правильно, самое вкусное сначала надо съесть мед. Да, кушай, мой хороший. Конечно. Кушай, кушай, а то сейчас Честер придет и будет пытаться отобрать у тебя. Кушай, мой золотой. Кушай, не стесняйся. Угу. Правильно, лучше отнести от решетки, иначе придут злые собаки и все отберут. Куда понес? Кушай, малыш. В столовку понес, да? Ты порядочный медведь, будешь кушать на месте, что ли? Не, в берлогу. Дома съем, правильно. А попа толстая пролезет у тебя в прутье-то, ну? А ты мой хороший. Кушай на здоровье, мой золотой. И давай баиньки. Зима еще не закончилась.